улица Пугачева, район, известный как поселок Шлаковый, к сожалению, не отличается опрятностью и чистотой. Мусор возле магазинов, на обочинах дорог, развороченные парковки. Все это выглядит, будто мы находимся вовсе не в современном крупном городе. Между тем, благоустройство и чистота городского пространства, особенно в спальных районах, комплексная задача, которая требует консолидации усилий власти, жителей и организаций. Порядок на дворовых территориях и площадках перед торговыми центрами, магазинами, кафе – задача управляющих компаний в первом случае и хозяев заведений во втором. Ну, в рамках поручения губернатора Рязанской области, главы администрации города Рязани и возложенных полномочий на работников муниципального казенного учреждения управления по делам территории города Рязани, проводим комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории города. Эти мероприятия у нас складываются из разных контрольных мероприятий в плане контроля за соблюдением правил благоустройства это прилегающих территорий. Кроме того, префекты проводят работу по привлечению организаций к добровольному участию в благоустройстве города. Например, крупный торговый центр на Московском шоссе ответственно подходит к своей роли в жизни общества. Здесь высажен газон и саженцы деревьев вдоль дорог. Еще один прекрасный уголок появился благодаря медицинскому центру, чье руководство решило не оставаться в стороне от проблем города. Мы стараемся активно участвовать в жизни нашего родного города Рязань. И для нас важно, чтобы прилегающая территория, территория, прилегающая к нашей клинике, была благоустроена. Поэтому мы постарались сделать красивый, уютный мини-сквер на радость всем рязанцам. Такое взаимодействие бизнеса и города, как мы видим, дает прекрасные плоды. Мы с вами находимся на одном из старейших перекрестков города Рязани, перекресток улиц Дзержинского и Гагарина. Вот, все вы знаете, что здесь уже много лет существует так называемый в народе торговый центр «Десяточка». Сегодня здесь разбит небольшой сквер. Вообще, как бы, нам он очень нравится. Очень приятно, что предприниматели по собственной инициативе, без какого-то давления, без какого-то приказа, решили благоустроить территорию, которая прилегает к данному медицинскому центру. Пример того, как бизнес сотрудничает с городом и благоустраивает пространство общего пользования, всем известная улица Мюнстерская и Лыбецкий бульвар. Гостинично-ресторанный комплекс, известный как «Старый город», уже много лет поддерживает территорию вокруг себя в прекрасном виде. По инициативе главы администрации города Рязани Сорокина Елены Борисовны, мы обратились ко всем, ну не ко всем, то есть к большинству руководителей организации с тем, чтобы они приняли участие в благоустройстве своей прилегающей территории, ну в том числе и к руководству ООО «Старый город». Ну, «Старый город» с удовольствием откликнулся на нашу просьбу. Они, вот мы видим здесь, что они высадили кустарник совсем недавно. Значит, сегодня-завтра запланирована раскатка рулонного газона. Потом с противоположной стороны, вот где вот аттракционы, они обустроили пешеходную дорожку. Казалось бы, обычное дело – облагородить территорию рядом с собой. Но, к сожалению, на практике многие организации, да и простые горожане, сами относятся к своему городу вовсе не бережно. Примеров прекрасного сотрудничества и взаимодействия все больше. Люди проявляют инициативу, бизнесмены стараются сделать территорию возле своих организаций чище и приятнее, ведь только вместе мы сможем сделать город лучше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».